Эпидемия коронавируса в нашей стране распространяется на данный момент. В России заболело более 1500 человек. В Сарове инфицированных нет. Все усилия властей направлены на профилактику и предупреждение распространения болезни. Один из шагов – дезинфекция автобуса Горавтотранса. Для этой цели мы приобрели соответствующее оборудование, дезинфицирующее средство, которые помимо дезинфекции обладают моющими, чистящими и дезинфицирующими свойствами. Убивают бактерии, грибы, вирусы и микробы. Оно является нейтральным средством, не имеет запаха, цвета. Сотрудники Горавтотранса надевают на себя спецодежду, маски и очки, берут в руки специальные баллоны с раствором и опрыскивают весь автобус внутри. После чего тщательно протирают кресла и поручни. По словам Игоря Кузнецова, обработка транспорта проходит 3 раза в день – утром, днем и вечером. Что бы хотелось мне сказать пассажирам, чтобы они расплачивались картами, потому что передача денег из рук в руки – это все-таки негатив и может отразиться на здоровье как самих пассажиров, так и моих работников. Также сотрудники Горавтотранса настоятельно просят граждан соблюдать правила гигиены, меньше ездить на автобусах и не выходить из дома без необходимости. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».